Технология переработки SMART – это революционный прорыв в деле сохранения экологии, подчеркивают специалисты. Благодаря этому устройству SmartCar за 3 часа пищевые отходы сокращаются на 90%. Здесь они полностью обезвоживаются и измельчаются в зернистый субстрат. Современные экологические технологии – эксклюзивный дистрибьютор производителя в России. Также этот продукт используется в США, Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, Сингапуре и ряде других стран. Цель нашей компании – предоставить в каждый дом и в каждое производство функциональное решение. В настоящий момент мы вводим инновационный продукт на российский рынок. Это оборудование по переработке пищевых органических отходов. На российском рынке компания SET представляет 2 серии продукции по переработке пищевых отходов. Как для производства, так и для дома, где о запахах и бактериях можно забыть. К слову, общая масса пищевых отходов в атмосфере составляет более 61% от всех отходов. Технология же переработки SMART утилизирует пищевые отходы на месте их образования. Мы берем, ставим оборудование на производство непосредственно вместе образования этих пищевых отходов или органических отходов, и оно сразу перерабатывает. На выходе получаем компост, биомассу, которую можно использовать в разных значениях, как биотопливо, как добавка кормам для животных и как удобрение для нашего агропромышленного комплекса. О том, как пищевые отходы превращаются в компост, подробнее готовы рассказать специалисты компании «Современные экологические технологии». Выставка «Гостинично-ресторанный Олимп» работает до 7 октября. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ВКТ.